В этом видеоролике мы приготовим пшенную кашу на молоке в мультиварке Витек ВТ-4217. Нам потребуется половина стакана пшена, 500 мл молока, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка сахара и 20 грамм сливочного масла. Пшено необходимо промыть. Насыпать пшено в чашу мультиварки. Добавить щепотку соли, сахар. Налить молоко. Закрыть крышку. Включить режим каши на 20 минут. Когда режим окончится, оставить кашу на 15 минут на подогреве. После чего положить кашу на тарелку, добавить сливочное масло и подавать к столу. Пшенная каша на молоке готова. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.